О, хвала Аркею! Пожалуйста, возьми эту награду за помощь. Да благословит тебя Аркей. Я прямо за тобой. Хорошо, буду здесь.
мы выступаем? Идем. Да, погляди. Пусть дорога приведет тебя в теплые пески. Тебе все еще нужно показать себя, салага. Давай сюда. Они просили хранить дело в тайне, так что я лично им передам. Вот твоя доля награды. Какое оружие ты предпочитаешь? Да, я приготовил для тебя нечто особенное. Но это не для всех ушей. Приходи сегодня вечером в Нижнюю кузницу. Там и поговорим. Я забыл, что ты не знаешь. Это Поднебесные кузницы, где работает Йорлу. Дверь туда скрыта, но я покажу тебе дорогу. Вот бы побольше наших собратьев задавали такие вопросы. Для меня соратники стали чем-то сродни семье. Я сражался бок о бок с каждым и с каждой из них. И эти узы крепче, чем узы крови. Любому из соратников я доверяю свою жизнь. Я даже людям, которые меня вырастили, настолько не доверяю. Ладно, ведь вопрос. А у тебя...
тебя все получится, но пока нужно еще тренироваться. Хватит тренировок, я хочу подраться. Пока никаких драк, пока Скиор не даст добро. Тренируйся. Легко тебе говорить, ты-то дерешься. Но до этого я много тренировался. Твой дух готов? Это не испытание, свежая кровь. Это дар. Входи. Тебе все еще нужно показать себя, салага. До встречи. Я рад, что ты здесь. В наших рядах уже давно не было такого пылкого сердца, как твое. Жалкая церемония в задней комнате не пристала таким воинам, как мы. Тебе полагается больше почестей, чем некоторым из тех, кто требует и празднует. Надеюсь, ты узнаешь Эйлу даже в таком обличии. Она согласилась усыновить тебя. Мы делаем это тайно. Так Котлок слишком занят борьбой с нашим великим даром. Он думает, что мы прокляты. Но это не проклятие, это благословение. Как может быть проклятием то, что придает такую доблесть? Так что мы берем дело в свои руки. Чтобы достичь вершин братства, тебе придется разделить с нами кровь волка. Твой дух готов соединиться с миром зверей? Хорошо. Ты не спишь? Я уже начала думать, что ты никогда не вернешься. Да, трансформация далась тебе нелегко. Но ты все еще на этом свете, так что поздравляю. Мы решили устроить праздник в твою честь. Неподалеку у висельной скалы стоят лагерем охотники на вервольфов. Серебряная рука. Думаю, тебе приходилось с ними встречаться. Мы их перебьем. Всех до последнего. Веди. Скьор уже ушел на разведку. Ты родился заново, брат. Я почти завидую тебе. Первый раз всегда самый сильный. С тобой было даже больше хлопот, чем с Фаркасом, когда он впервые обернулся. В твоих жилах есть кровь волка. Однако тебе нужно будет набраться сил, прежде чем ты сможешь снова воззвать к ней. Только выбирай для этого место с умом. Некоторые трусы в этих землях не могут вынести столь славного зрелища. Лекарство? Хм. Ты говоришь прямо как старик. Я не должна была так говорить. Я люблю Котлока. Уважаю его, следую за ним. Но тут он ошибается. Это не проклятие. Мы стали величайшими охотниками на свете. Если он так мечтает о медовых реках Совенгарда, пусть туда и отправляется. А я предпочитаю славную охоту здесь. Серебряная рука захватила старый форт у висельной скалы.
Из них всегда получается такая легкая добыча. Я покажу тебе все, что знаю. Тогда я пойду.
Должно быть, эти трусы заперлись после того, как сюда ворвался Скин. Страх он так несет. Некоторые не могут отделить себя от зверя. Дичаю. Кто знает, кем был этот бедняк. Нам нельзя останавливаться. Теперь им ничем не поможет. Что это было? Что-нибудь
мы совсем близко. Будьте осторожнее. В начальниках у них пакостная личность. Они зовут ее Шкуродер. Думаю, не надо объяснять, почему. Я убью тебя. Подонки. Как они смогли убить Скьора? Он был очень-очень силен, но их было слишком много. Нельзя ему было идти без брата по оружию. Уходи отсюда. Я хочу убедиться, что мы расправились со всеми, и проверить, нет ли каких улик на трупах. Нас ждет дело. Головорезы Серебряной Руки будут дрожать от одного нашего вида. Хорошо, что ты проявляешь такое рвение. Прошел слух, что какой-то умник из Серебряной Руки шныряет по Истмарку. Если сможешь пробраться в их лагерь и стащить ее планы, у нас будет преимущество. Я найду того, кто это сделал.
Привет тебе, брат. У тебя усталый вид. Если хочешь, я помогу тебе расслабиться. Лучшая скума. Самый сладкий лунный сахар. И по лучшей цене, конечно. Ага, сейчас. Не стоило, сука, приходить. Это все, что умеешь? Говорят, неподалеку были какие-то беспорядки. Я собираюсь все разузнать. Мне не стоит говорить, с кем попало. У меня ответственное дело, знаешь ли. Нет, я справлюсь. Но все равно спасибо. Говорят, неподалеку были какие-то беспорядки. Я собираюсь все разузнать. Говорят, неподалеку были беспорядки. Я собираюсь все разузнать.
старшой опять со своим. Почему? Что он делал? У него опять пьяный бред. Только на этот раз он вызывает всех драться в этой норе. Сейчас мы его заперли, но он все равно задирается с каждым, кто на него не так посмотрит. А может, кошку выпустим? Тогда он быстро заткнется. Эй, только потише говори, если не хочешь, чтобы он услышал. Что это было? Тут кто-нибудь есть? Что это было?
все-таки показалось. Тут кто-нибудь есть? Сволочь!